Сформировать инженерные кадры в республике поможет детский технопарк в Чебоксарах. Проект Дворца детского и юношеского творчества стал победителем грантового конкурса Минобрнауки России. В конкурсе приняли участие проекты 17 субъектов страны. Основной функциональной зоной детского технопарка определен дворец детского юношеского творчества. Здесь будет сформирована комплексная модель научно-образовательной и творческой среды для обучающихся. Обучение предполагается организовать в рамках нескольких специализированных программ дополнительного образования, таких как аэроквантум, робото-квантум, нано-квантум, био-квантум, IT-квантум и другие. Для каждого направления разработаны учебные программы и требования к техническому оснащению учебного процесса. Предполагается, что за 2 года дети смогут разработать здесь не менее 50 разных проектов. Оборудование сложное, высокотехнологичное. Учебные планы тоже довольно-таки сложные, непростые. Пока нашим педагогам тоже дается непросто. Они на связи находятся с тьюторами в Москве, то есть постоянно консультируются. Проект рассчитан на то, что сейчас у нас в Чувашской Республике создан межрегиональный центр компетенций. Есть также хороший опыт по инженерным специальностям на базе классического вуза ЧГУ. Но нам не хватало как раз этой связки именно в школьном образовании. Поэтому вот технопарк в данном случае выступит такой потрясающей базой для подготовки сначала наших студентов, в дальнейшем профессионалов. То есть итог – это вообще формирование кадрового потенциала для экономики Чувашской Республики.